Всем привет! Это Dodo Master, очередной качественный платформер. В этот раз мы управляем не летающей птицей Dodo и помогаем ей найти украденные яйца. Путешествовать нам придется по пещерам и разнообразным подземельям. На всех локациях будут доступны специальные логические головоломки, которые нужно будет решать за считанные секунды, чтобы продвигаться дальше. Конечно, не обойдется и без врагов. При прохождении вы столкнетесь с крысами, гигантскими пауками и другими обитателями устрашающего подземелья. Графика хорошая, а если учесть, что это платформер, то она просто великолепна. Звуковое сопровождение также проработано на отлично. Разработчики рекомендуют использовать наушники для полного погружения. Управление наэкранное, то есть все кнопки с определенными действиями располагаются по всему дисплею. Теперь о том, что не понравилось. Во-первых, нельзя убрать наэкранные кнопки, но во-вторых, на смартфонах главный герой очень маленький, поэтому в некоторых уровнях очень тяжело выполнять какие-либо быстрые комбинации. На планшетах, соответственно, этой проблемы нет. Dodo Master поддерживает геймпады и русский язык, а еще она не требует подключения к интернету, что в последнее время редкость. В целом игра однозначно хороша, она разделяет полку лидерства в магазине Google Play вместе с Badland и Leos Fortune. Dodo Master распространяется в двух версиях – бесплатная и платная. Бесплатная версия отличается только наличием 15% уровней от количества доступных в полной версии. То есть фри-версия нужна больше для проверки на совместимость с вашим мобильным устройством. Цена полной версии игры составляет 47 рублей. Видео подготовил Дмитрий Стрельчук. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале Android Reviews.